Здравствуйте, товарищи. Обстановка специальной военной операции создает видимость единства интересов рабочего класса и буржуазии и, я бы сказал, даже исчезновение противоположности их классовых интересов. На самом деле, как мы знаем, в единстве и борьбе противоположности единство относительно, а противоположность абсолютно. То, что противоположность классовых интересов никуда не делась и дает о себе знать, об этом можно судить, например, по публикации на портале «Русская весна» за подписью Юрия Корытина. Этот автор, честно говоря, неизвестен в науке, но претендует на фундаментальное объяснение причин краха Советского Союза. Ну и его исходные позиции о том, что этот крах Советского Союза был предрешен, уже, собственно, выдает интерес «Русской весны» к этому неизвестному автору. Надо отметить, что Корытина уничтожение социализма печалит, что он искренне переживает, по крайней мере, так об этом пишет, за судьбу своей родины, то есть можно предположить, что этот человек действительно патриот. Но надо отметить, что это такой патриот, который выражает интересы буржуазии, в чем мы сейчас и убедимся. Значит, Юрий Корытин для объяснения причин отрицания социализма в СССР предлагает обратиться к историческому материализму. Ну что ж, заявка вполне обоснованная. Да, исторический материализм, то есть как применение к диалектическому материализму к общественной жизни, это действительно самая обоснованная научная методология, которая использовалась классиками марксизма-ленинизма и которая должна использоваться всеми, кто желает действовать в соответствии с марксизмом-ленинизмом. Но очень своеобразно применяется исторический материализм Юрием Корытиным. Так, например, он уже, при раскрытии причин уничтожения социализма начинает говорить о том, что советская экономика была неэффективна из-за отсутствия конкуренции, из-за тотального государствления, из-за отсутствия предпринимательства. Но вот это, конечно, прямое противоречие историческому материализму, поскольку ИСМАТ выделил 5 формаций, и высшая формация, коммунистическая, как раз исключает и конкуренцию, да, предполагая, что будет соревнование, как раз предполагает утверждение общественной собственности на средства производства и господство общественной собственности на средства производства, которое, я имею в виду господство, на ступени социализма, как первой фазы коммунизма, приобретает форму господства государственной собственности. То есть государственная собственность – это государственная форма общественной собственности. Так вот, эти родовые черты социализма, по мнению Корытина, как раз и есть то, что вело к краху социализма. Ничего себе исторический материализм. Да. Значит, Корытин продолжает свой экскурс в причины уничтожения социализма глубже и пытается объяснить это тем, что в основе социалистического строительства лежит применение теории. Тут можно согласиться, конечно, плановое хозяйство строится планомерно, то есть с осознанием того, что мы строим, и это осознание базируется на передовой теории, на марксизме-ленинизме. А дальше он делает вывод, что в марксизме коренным является учение экономическое, а именно трудовая теория стоимости. Конечно, это вызывает вопросы, почему учение
экономическое учение марксизма-ленинизма. Кстати, почему-то Корытин не вспоминает Ленина. Не то не знает вклада Ленина, не то как-то вот его не принимает, но считается с зарубежным автором Марксом. Да? Так вот, значит, в марксизме-ленинизме вовсе не ограничивается экономическое учение трудовой теории стоимости. Но даже если мы берем ту сферу, в которой, для которой, точнее говоря, трудовая теория стоимости вполне адекватна, то есть сферу действия капиталистических законов, то и здесь Корытин считает, что марксистская теория не дала объяснения капиталистической эксплуатации, причем можно сделать вывод, что, пожалуй, сама эта концепция капиталистической эксплуатации, по мнению Корытина, ошибочна. Ну, то есть он не принимает то, что, так сказать, следует из исходных моментов трудовой теории стоимости. Да? То есть получается, что трудовая теория стоимости, по Корытину, неадекватно условиям капитализма. Хотя мы знаем, что как раз трудовая теория стоимости впервые дала научное объяснение закону движения капитализма, исходя из трудовой теории стоимости. И на ее базе, на ее основе, на ее основании была построена целостная система теоретическая, которая как раз и обеспечила раскрытие теоретического основного закона капитализма. Отметим, что вот эту работу после смерти Маркса продолжил Фридрих Энгельс, который редактировал второй и третий тома «Капитала». То есть, сказать, ставить под сомнение значимость этой теории, ну, значит, порывать с марксизмом-ленинизмом, а значит, конечно же, историческим материализмом. Но, надо отметить, что предположение о том, что социализм строился в соответствии с трудовой теорией стоимости, это просто, глубокое заблуждение. Потому что именно классики марксизма и ленинизма показали, что если сохраняется миновая стоимость, о социализме смешно и говорить. Значит, именно Ленин писал, что в переходный период продукты социалистической фабрики, произведенной для крестьян, перестает быть товаром. Это же в переходный период, когда еще существовали товарные уклады. Да? То есть, раз отрицается товарное хозяйство в рамках переходного периода и утверждается с завершением переходного периода от капитализма к коммунизму в его первой фазе, утверждается непосредственно общественное производство, то о какой же применимости трудовой теории стоимости может идти речь к развитию социализма. Очевидно, Корытин совершенно не в курсе, что строительство социализма основывалось на использовании другой теории, прямо противоположной теории трудовой теории стоимости, а именно на трудовой теории потребительной стоимости, которая рассматривает в качестве исходного не стоимость элемента, да, системы, а потребительную стоимость, то есть ориентацию производства на обеспечение благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот в чем, собственно, конкретизируется характеристика потребительно-стоимостная основа социалистического производства. Трудовая теория потребительной стоимости в развернутом виде была сформулирована в 80-е годы Василием Яковлевичем Елемеевым, замечательным ленинградским ученым, доктором экономических и доктором философских наук. Она, эта теория, разрабатывалась в таком очень конкретном прикладном аспекте доктором экономических наук Виктором Георгиевичем Долговым. Большой вклад в ее формирование внес доктор философских наук Михаил Васильевич Попов. То есть не знать работы этих авторов, конечно, для желающего понять теоретическую картину социалистической экономики – это большое, очень большое упущение. Но другое дело, что вот эти авторы, писали
и работали и создавали эту теорию в развернутом виде уже в 80-е годы. Да, а в более ранние периоды, разумеется, предпосылки этой теории уже наличествовали в трудах Маркса, в том же «Капитале», в трудах Энгельса, например, в «Антидюринге», где в тезисной форме говорилось о том, как функционирует социалистическое хозяйство, что оно функционирует не на основе стоимости, а на основе потребительной стоимости, что основным законом становится закон противоположный закону стоимости, что поскольку если действует закон стоимости, то этот закон является основным законом капитализма, поэтому он никак не может действовать при социализме. Все эти вещи были хорошо разъяснены классиками марксизма и ленинизма, и с пониманием этого новое хозяйство строилось. Например, ценообразование никак не было игрой рыночных сил. Ценообразование в советское время представляло собой регулируемый процесс понижения, значит, затрат труда, и цена выступала как плановый мотив затрат труда. То есть, когда руководители государства обращались, что называется, с социализмом в соответствии с его собственной природой, и тем самым реализовывали на практике положение трудовой теории потребительной стоимости, тогда социализм развивался успешно. Если бы Корытин сказал, что вот трудовая теория стоимости была источником разрушения социализма в таком критическом плане, это было бы понятно. Что, собственно, имеется в виду? Что вот разрушение социализма после смерти Сталина шло под флагом внедрения концепции рыночного социализма. Ну, а что такое рыночный социализм? Значит, это товарное хозяйство со всеми его категориями, с законом стоимости как основным законом, цена, прибыль как основной показатель. Ну, только с привешенным ярлыком, с таким прикрепленным, социалистическое товарное хозяйство. Вот, собственно, и все. И, разумеется, появление социалистического товарного хозяйства или концепции рыночного социализма было вполне объяснимо, потому что впрямую проповедь буржуазных представлений в социалистической стране не допускалась, а вот если навесить ярлычок «социалистическое», то те, кто уже шел по пути антикоммунизма, это дело с удовольствием проглатывали или делали вид, что вот так и надо. Да, так и надо. Вот если бы это хотел сказать Корытин, ну, тогда бы еще можно было понять, что протаскивание теории рыночного социализма под видом применения трудовой теории стоимости – совершенно порочная практика. Но он же не это осуждал, он вообще этого не понимал. То есть он считает, что, видимо, что социализм может строить по исправленной, или, как он говорит, синтетической теории стоимости. Но вот разбираться в этих путанных представлениях этого автора нет никакой необходимости. Значит, необходимо просто отметить следующее, что вот зачем эта путаница вдруг появилась на сайте, на портале «Русской весны». Ведь конечным выводом путаника Корытина является то, что марксизм не дает возможности развиваться экономике, что если вы следуете марксизму, мы можем добавить и ленинизму тоже, хотя я еще раз говорю, что автор старается, не избегает упоминания о Ленине, то вы неизбежно приходите вот к такому концу, к которому пришел Советский Союз. Поэтому надо вывод-то какой? Что надо оставить марксизм-ленинизм и идти к какой-то другой концепции. Значит, Корытин наивно полагает, что кто-то клюнет на его эту путаницу в виде синтетической теории стоимости, а более умные
значит, ведущие администраторы «Русской весны» полагают, что достаточно просто того, чтобы люди отвернулись от марксизма. Да. Надо отметить, что, так сказать, в отношении войны с научным социализмом вот этот сайт достаточно последовательный. Мы еще не забыли, как несколько месяцев назад были выступления на этом сайте, в которых Украина рассматривалась как памятник коммунизму. И поэтому рабочих, и не только рабочих, а всех остальных, естественно, призвали к войне с чем? С памятником коммунизму, да, на Украине. И это вместо того, чтобы сказать, что нынешняя Украина – это результат уничтожения коммунизма. Что вот когда был уничтожен коммунизм в его первой фазе на Украине, вот тогда была открыта дорожка для того, чтобы утвердился на Украине режим, подчиненный американскому фашизму во внешней политике. Нет, нет. То есть на самом деле идет призыв к декоммунизации. Но вообще, конечно, подлее ничего не придумаешь. То есть отождествить бандеровский режим с наследием коммунизма и, так сказать, воевать не с американским фашизмом, а с памятником коммунизма. Это, конечно, так сказать, очень-очень коварный замысел. Но, разумеется, так сказать, такой замысел не будет реализован, да, и, безусловно, будут расставлены точки над «и», показывающие, что идет война не с памятником коммунизма, а с, сказать, с тем, что является результатом уничтожения коммунизма. И поэтому, на самом деле, для того, чтобы восстановить мир и дружбу прочно и на века, нужно возродить коммунизм и в России, и на Украине. Значит, здесь теперь мы видим, что попытка предпринимается, значит, очернить марксизм-ленинизм как теоретическое выражение интересов рабочего класса, чтобы, когда все вот это закончится, значит, рабочие искали объяснение происходящему в каких-то других теориях, неважно каких, их тьма всяких теорий, там, это, так сказать, неисчислимо. Каких теорий? Буржуазных, по сути, чтобы, так сказать, рабочий класс оставался в плену буржуазного мировоззрения. И вот об этом дальнем прицеле люди, буржуа, даже патриотичные буржуа, не забывают и сегодня. То есть они свои коренные классовые интересы, долгосрочные классовые интересы ни на миг не упускают из вида. Не надо сомневаться, что и рабочий класс свои классовые интересы из вида не упускает. Поскольку в России есть политический авангард рабочего класса, по крайней мере, он формируется, это общественное мнение Рабочей партии России. В Рабочей партии России есть программа, которая как раз базируется на марксизме-ленинизме, содержит конкретные требования, вытекающие из коренных интересов рабочего класса. Рабочая партия России ведет пропаганду марксизма-ленинизма, используя, так сказать, Фонд Рабочей Академии и соответствующие каналы. Канал Фонда Рабочей Академии, Рабочая партия России, газету «Народная правда». И, так сказать, эта пропаганда, разумеется, доходит до передовых рабочих. Не надо думать, что вот, значит, если дело ограничивается пока десятками тысяч, то дело политического просвещения рабочего класса погибло. Дело в том, что те десятки тысяч рабочих и сочувствующих рабочему классу, которые знакомятся с идеями марксизма и ленинизма благодаря Рабочей партии России, это передовые представители рабочего класса. А Владимир Ильич Ленин показал, что в рабочем классе выделяется немногочисленный слой передовиков, которые стоят на высоте теории, понимают, марксистско-ленинской теории, понимают, за что надо биться и способны к организованным действиям. Значит, на этих передовиков ориентируется более широкий слой середняков, которые не вполне понимают теорию, но тоже уже достаточно активны. А вот за этими двумя отрядами идет основная масса рабочих, которые в обычное время, как политически, бездействуют, да, и далеки от вопросов научных. Но когда складывается, так сказать, обостряется ситуация классовой борьбы, они пробуждаются к политической жизни и идут за передовиками и середняками.
Поэтому рабочая партия России своего дела делает. И она не даст, значит, замутить сознание, классовое сознание рабочего класса, и она внесет и вносит в сознание рабочего класса России передовую марксистско-ленинскую теорию. Поэтому весеннее обострение антикоммунизма не принесет тех результатов, на которые рассчитывают его авторы. Спасибо за внимание.